Сегодня предлагаю квартиру вот в этом доме. Это банк, офисы и жилой дом. Квартиры с ремонтом осталось 5 штук. Их всего. Поэтому смотрите видео и приобретайте. Обменный пункт. Здесь есть нежилой фонд, офисы, которые тоже выходят на фасад. Осталось два больших помещения, 220 метров квадратных. Это очень хорошего качества по грузинским меркам дом, и он уже заселен и полностью сдан. Вышли в подъезд мы. Вот такая отделка в подъезде, счетчики. Все вынесено на общую площадку. В доме, в квартире счетчиков нет. Это подъезд большой, светлый. Два лифта. Очень симпатичные. Это отделка подъезда. 36 метров квадратных. Заходим в квартиру. Это коридор, место под вешалку. Здесь у нас вот такой гардероб отдельно с дверью, радиатор отопления. Здесь еще место под шкаф, санузел совмещенный, но большой. Тоже потолок сделан, стены, радиатор, сушилка, унитаз, раковина. Душ-кабина, место под стиральную машину, либо под шкаф, вот под стиралку, а то место под шкаф. Входим в спальню. Спальня квадратная. Место под встроенные шкафы. Тоже розетки, выключатели. Высота потолка 3,10. Тоже окно такого же плана. И здесь вот такая гостиная, разделена несущая конструкция. Ну, это, в принципе, перегородка. Ее можно, если что, убрать и сделать большую гостиную. Рабочая зона под кухню. Вытяжка. Балкон. Балкон здесь у нас большой. Так вот, если видно. Сейчас выйдем на балкон и посмотрим на вид с, ну, с балкона. Здесь уже люди живут. И вот у нас море. Угу. Море рядом. Вон оно. Тоже двухконтурный котел, автономное отопление, все подключено, подведено. Та же фирма Ariston. Все выстраивается, восстанавливается так, как вам нравится. Четырехкамерный профиль, народный метод. Видите, 4 отражения. Несмотря на то, что это Батуми, теплая страна, 4 камеры, поэтому звук практически не слышен.